Ленком сегодня облачен в большую грусть. Скорбит сентябрь, осенний на исходе. Марк Анатольевич ушел в последний путь. Ушел туда не по своей, конечно, воле. Скупиться на слова не будем мы о нем, поскольку был любим и всеми дорог. И весь прискорбное, как будто страшный гром, его уход, как будто взрывной порох. Великий мастер, режиссер, актер-учитель, с 70-х он в Линкоме как просвет. Линком его, как отчий дом, святой обитель. Всю жизнь в Линкоме нес он дар, как Божий крест. В СССР его актерское начало предвкушало. С 8 он лет войны невзгоды повидал. Голод и холод его судьба в войну видала. Войны победу в юном возрасте встречал. Сентябрьский день увековечит его память. Осень в унынии прольет сырым дождем. И слез не сдерживая, кто-то будет плакать. Прощальной осенью его проводим днем. Марк Анатольевич, за все тебе спасибо, что для Линкома в своей жизни сделал все. И память о тебе не будет так забыта. Аплодисментами проводим все его. Уходишь далеко, мир этот покидаешь. Как жаль, уже к нам не вернешься никогда. Талант и мастерство свое все оставляешь. Светлая и вечная память будет всегда. Судьба Линкома будет в силе постоянно. Проститься с ним твоя вот-вот уже душа. В далекое уходишь в звездное пространство, где время вечности бытует не спеша. Скорбящую свечу зажгу рядом с иконой, молитву по усопшему прочту с тоской. Марк Анатольевич на фото так спокойный, со взглядом грустным, но как будто бы живой.